добрый. А вы Петр с Первого канала? Петр имя. Журналист призвание. А это мой оператор Вадим. Призвания у него нет, только имя. Да и то не ахти какое. Я, собственно, руководитель пресс-службы Российской академии наук. Найденова Александра Натальевна. Как еще раз, простите, Александра... Натальевна. А как у вас папу звали? Сережа. Натальевна – это отчество по матери. Можно сказать, матчество. Матчество? А так бывает? После взятки в ЗАГСе еще и не так бывает. И вообще, вы свои мужские шуточки бросьте, я, между прочим, феминистка. С женщинами? Нет, это лесбиянка. Баб-мужик? Нет, это трансвестит. Кто свистит? Никто не свистит. Я считаю женщин венцом творения. А мужчин гендерными узурпаторами. А, понятно. Ебанутая.